Почему погибли мирные люди? Почему тысячи были незаконно задержаны? Почему они подверглись в СИЗО жесточайшим пыткам? Позвольте я напомню. Их прижигали утюгом. Их обливали кипятком. Им вонзали иголки под ногти. Их насиловали. Им вырывали зубы плоскогубцами. И жестоко избивали. Вот до тех пор, пока я не получу ответы на эти вопросы, я не могу считать Тухаева гарантом нашей безопасности и президентом. Еще один вопрос, на который я хочу получить ответ. Где 20 тысяч террористов, которые напали на нашу страну, и именно из-за которых Тухаев отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения и пригласил войска ОДКБ, в составе которых были российские отряды особого назначения, участвовавшие в Чеченской войне и в аннексии Крыма.